С 2007 года отмечается День Героев Отечества. В этот день чествуют героев Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. Все школы нашего района носят имена героев. И в них, как и по всей Кубани, прошли патриотические мероприятия, посвященные этому замечательному празднику. Андрей Вишневский подробнее. В 16-й средней школе имени Героя России гвардии майора Сергея Геннадьевича Таранца патриотическому воспитанию уделяется большое внимание. И в День Героев Отечества здесь еще раз вспомнили о подвиге выпускника школы, чье имя она сейчас носит. Ежегодно в нашей школе мы вспоминаем подвиг нашего бывшего ученика Сергея Геннадьевича Таранца. В этом году мы решили установить памятную мемориальную плиту на стене нашей школы. Мы считаем, что подвиг нашего ученика, он будет вечно в нашей памяти. Прозвучал взволнованный рассказ о подвиге офицера, который, превозмогая боль от тяжелого ранения, мужественно сражался за родину, отстаивая ее территориальную целостность. Это никогда не забудется. И потому звучат стихи, посвященные доблести и самоотверженности наших солдат и офицеров. За все, что есть сейчас у нас, за каждый ваш счастливый час. Спасибо доблестным солдатам, что отстояли мир когда-то. Спасибо армии российской, спасибо дедам и отцам за то, что солнце светит нам. Это день памяти, в который мы должны вспомнить о том, что нам важно, о тех людях, которые защитили нас. Мы должны быть патриотами и достопочтенными гражданами нашей страны. Завершился урок памяти исполнением песни, которая никого не смогла оставить равнодушным. Одиннадцатая школа хутора Маевского носит имя героя Советского Союза Николая Кирилловича Пархоменко, чья послевоенная жизнь тесно связана с этими местами. Фронтовик, орденоносец, беззаветный труженик служит прекрасным примером для подрастающего поколения. Я, как и все ребята нашего класса, буду защищать свое отечество. И поэтому для меня, для нас очень важен пример героев Великой Отечественной войны. Мы изучаем их биографии и вдохновляемся их примером, чтобы служить Родине. О славной биографии Николая Кирилловича Пархоменко, о котором можно сказать словами поэта, из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд, ребятам еще раз напомнили на уроке мужества. О том, кого можно назвать настоящим, а не придуманным героем, рассуждали школьники, высказывая свое мнение. Героем меня назвали человек, который защищает свою страну. Такие люди не считают себя героями, но я уверен, что в трудные минуты они придут нам на помощь. Я назову героя своего прадеда. Он воевал с фашистами и защищал свою Кубань, а значит, защищал и всю Россию. В честь памяти о воинах, сложивших свои головы, ребята написали качества истинных героев на листочках, похожих на языки пламени, и прикрепили их к изображению вечного огня. Мы вспоминаем о герое Советского Союза Николая Кирилловича Пархоменко. Для нас он является примером мужества, героизма, любви к родине. Он подает нам пример. Сейчас, как и всегда, очень много значит хороший пример. Юношеству нужны верные нравственные ориентиры, и они их находят, сверяя свои мысли и поступки с жизнью самых достойных. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».